Надо, знаете, пожертвовать одним. Я разбудил его! Бежим! Все, он выбежал. Он, мы в безопасной зоне. Ай-яй-яй-яй-яй! Фух, я спасен. Пап, нет! Сейчас. Все, я бегу! Я пошел! Все, до свидания! Какие у нас странные сегодня имена. Например, у папы Дон Батон. Гамбургер, чипсики. Гамбургер это Ариша. Ага. Чипсики, пицца, лучок, фанта, амба. Чурчхела, картошка. Что происходит? Друзья, а у нас сегодня новый режим в Among Us. Мы его подсмотрели, нам подсказали. И мы тоже решили поиграть, который называется... Повар! Повар у нас убийца. Он сразу показывает, что он повар, и все знают, что он повар. И уходит в любую локацию и... засыпает. И пока он спит, он безопасен. Мы можем ходить по кораблю и делать задания. Но только один человек заходит к нему в комнату, повар просыпается и идет есть еду. Да. Единственное, что он... все защищены. Где? В столовой. В столовой. Поехали. Начали. 5. И еще сначала члены экипажа, они смотрят, где повар, и стараются туда не заходить. Да, поехали. 4, 3, 2, 1, 0. Я просто член экипажа. Я тоже. Итак, ныряет в вентиляцию наш убийца, наш повар. Пицца! Это пицца, выныривай. Иди, пицца... засыпай, пойдемте посмотрим, где он уснет. Пицца лагает, это хорошо. Будем легко от него убегать. Ага. Так, все. Он засыпает в управлении. Уходим из управления. Все, уходим. Как мне повезло, у меня нету задания в управлении. Ну это пока. Все вышли? Игра началась! Все, главное не заходите в управление, иначе вы его разбудите. А пока мы в безопасности. Я пробегу в реактор, мне нужно... быстренько вылечить реактор, починить. Так, подхожу, все нормально. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задание выполнено, красота. Делаем, ребятки, задание. Лишь бы повара никто не разбудил. А мне в электросистему нужно. И мне, кстати, тоже сюда нужно. Защити себя от того, чтобы повар тебя не сварил. А для этого подпишись на канал и поставь лайк за 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Успел, защитил. Что у нас, кстати, повар? Пицца, да? Да. Чипсики прибежали. Фух, все в порядке. Задание. А что мне нужно сделать? Опа. А что здесь делать? Смотри, когда вот есть вот эта вот линия, да? Угу. Желтая. Так. Когда вот на ней именно есть, то тогда у нее загорается, когда то нужно кликать, и тогда будет все правильно. Ну, на кнопочку. На кнопочку. Которая внизу. Вот это? Да. Есть. И главное не ошибиться. Не сбиться, да? Угу. Есть, я выполнил задание, отлично. Хорошо. У меня следующее задание... В связи. Я иду, ребят, в связь. Мой Дон... А у меня в навигации. В навигации Дон Батон идет в связь. Ремонтируем связь. Связь. Ремонтируем. Все, отправляем. 3 секундочки. И... готово. Я починил связь. Так, дальше смотрим. Мне надо вот сюда вот. В О2. Бедный... этот повар сидит там и не может проснуться. О, Руси. Быстро, все, выкидываем, все, ремонт корабля. И вот что неприятно, мне нужно выполнить задание в управлении, ребятки, извините, но я сейчас разбужу повара. Нет! Я его, пока быстренько. Поможет, не надо. Пап, нет! Сейчас. Все, я бегу, я пошел, все, до свидания. Спасите, помогите, я разбудил повара. Я повара разбудил. В столовой же домик, точно, столовая домик, я побежал в столовую обратно. О, есть, я спасен. У меня тоже в управлении, загрузите данные теперь. Так, все, в столовой нельзя убивать. А чё же он не убил чурчхелу? Так, я знаю, что мне нужно сделать. Мне нужно, ребятки, обойти.
вокруг, и все будет нормально. Так, 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 погнал, погнал, погнал. Ля-ля-ля-ля-ля. Я иду. А-а-а! Спасите, помогите! Я отвлекаю его! Быстрее, быстрее! Я стал призраком, ребят. Я полетел, выполняя задание призраком. Ох, у него есть это. Есть, я выполняю задание. Я выполняю задание, я призрак, выполняю задание. Все равно команду спасем. Осталось совсем чуть-чуть, и мы победим. Если что, следи, куда он идет. А я призрак, я не могу теперь подсказывать. Ты можешь. Я не могу. Так, смотрю, тут чипсики, гамбургер, чур-чур. У меня в щиты теперь последние. Щиты? Давай в щиты, иди в щиты. Ремонтируй. О, у меня верхний двигатель загорелся, я иду его чинить. Призрак Дон Батона полетел чинить двигатель. А, я боюсь. Бу-бумс, я починил двигатель. И мы, ребятки, сейчас давайте выполняйте задание. Сейчас победим же его. О, я вылетел в космос, ребята. Ничего себе. Я выполнила задание, меня пицца убила. Тебя убили, но ты выполнила. Да. Ребят, я в глубоком космосе, ничего себе. Ура! Мы победили. Ну что, раунд номер 2. Друзья, раунд номер 2. И в нем будет следующее правило. Повар засыпает, но через 20 секунд он может проснуться. Почему? Это же неправильно правило. Ну, знаешь, у него будильник сработал, что надо готовить, и ему нужна еда. А еда — это мы. Поехали. Я член экипажа, а Риша член экипажа. Да. Давайте посмотрим. А все равно можно же правильно. Давай, давай, давай. И это у нас лучок. Лучок. Иди засыпай, где ты уснешь. И отчет времени пойдет после того, как я скажу, начали. Значит, ты засыпаешь в О2. Все, возвращаемся. А я не вижу лучок. В столовую возвращаемся. Я не вижу лучок. Он исчез. Да вот он стоит, что ты, не переживай. Вот, смотри, вот он лучок. Радостный носится, сейчас всех гасить буду. Сейчас буду готовить вкусный суп. И он будет кромсать в суп разные продукты. Продукты — это мы. И приготовились. У него 20 секунд, а мы должны будем выполнить задание. Все смотрите, кому куда ближе, что там сделать. Начали! Погнали выполнять задание. Скорее, скорее, пока лучок спит. Так, отправляем быстренько. У нас, ребята, 5 коротких заданий, поэтому шансы все есть. Пусть все у нас получится. Идем. Так, так, отлично. Первое задание я выполнила. Я буду сверху. Ой, снизу вверх. Так, давай. Я тоже задание выполнил. Я лучок совсем не вижу. Лучок не видишь? Угу. Это хорошо. Это плохо. А он еще там. Повар там находится. Повар там. Я был в столовой, немножко отдохнул, и у меня есть задание. Где? Я тоже в столовой. О, здесь вот совсем недалеко. Я уже тут перепугался вообще всех. Отправляю почту. Пап, а сможешь, пожалуйста, меня охранять? Каким образом? Чтобы меня грохнули, ты жива осталась? А почему лучок отдыхает до сих пор? Он должен проснуться. Лучок, время пришло уже давно, 20 секунд прошло. Представляете, у повара... Столовой нельзя убивать. Да, у повара будильник не сработал. Да, я пошел вон туда, видите, ребят, я вам не буду вслух говорить, а то лучок услышит. Я вот сюда пошел. У меня там же задание. Ребятки, нам лучок подыграл, он спал, повар подыграл, он спал. И мы спокойно могли выполнить задание. Так, я вон недалеко отправлюсь, у меня тут есть задание. 4, бегу, 5, 6, спокойно. 7, 8, главное, 9. Не встретить неожиданно повара. И мне тоже. Неожиданный повар — это грустно. Так, сюда, отлично. О! Фух, это всего лишь гамбургер. А я вас напугалась. Я обхожу вот здесь, обхожу вот так. У меня, по-моему, вот такие же задания, как и у тебя. Да? Но они у всех нас похожи. Так, конфетка, иди впереди. Вдруг он там и тебя пускай убьют. Так, я здесь пилюльку щелкаю и нажимаю здесь листики, быстренько выкидываю. Давай, попадочки, давай. Морковка покидает игру, как же суп без морковки. Я увидела труп. А, ребятки, осталось чуть-чуть и задание выполнится. Навигация у меня в навигации. Все, кто? Один не выполнил задание, кто? В смысле? Навигация, связь. Тебя? Да. Давай, выполняй. Ай-яй-яй-яй-яй! Фух, я спасен. Повар, в столовой нельзя убивать. Ты накосячил.
Повар, ты испортил. Я его увидела. Ты испортил весь суп. Выкидываем его с корабля. Выкидываем навсегда. Его. Почему мы еще не вышвырнули его за борт? Навсегда. Он нарушил правила. Да. И мы его просто берем за шкирку и выкидываем из корабля. Мы такие берем его за чемоданчик и буф. Да. Он пытается оправдаться, повар, и говорит, у меня случайно кнопка заела. Но нас это уже не волнует. Да. Особенно меня. Бросили в суп, когда я был в безопасной зоне. Друзья, правила, короче, следующие. Повар показывает, что он повар, и уходит, засыпает. Все, он где-то спит. Я хочу быть поваром. И пока кто-то не зайдет в его комнату, он спит. Но как только кто-то зашел, он начинает готовить суп из продуктов. Продукты это мы, обычные мирные жители. А в столовой все еще есть домик. Безопасная зона столовая. Ну, потому что там продукты хранятся в холодильнике, закрытые. Ага. Да, все. 5, 4, 3, 2, 1. Мы сегодня, нам не везет, мы сегодня не повара, посмотрим, кто повар. Пепси. Пепси, повар. Пепси, эй, все вернулись в столовую, кто там уже удрал? Все, Пепси, иди засыпай, у тебя 15 секунд, ребятки. Давайте побегаем тут, пообщаемся, продукты. Эй, Фанта, как дела? Конфетка, чипсики, лучок, гамбургер. У меня пчела. Все нормально, я в маске от коронавируса. Отлично, ну что, давайте, 10-секундная готовность. Только, пожалуйста, продукты, не разбудите повара. 5, 4, 3, 2, 1, поехали! Не разбудите, пожалуйста, не разбудите. О, кстати, на проходную, если встать, это будет... Мы толпой идем, пока никого не разбудили, все хорошо. Так, дальше идем. Следующее задание. Вот сюда мне. Так, фух, чипсики, фух, пронесло. Пока не разбудил. А, это лучок. И здесь безопасно, ребята, в электрике безопасно пока. В электрике безопасно. Тут его нету. Это хорошо. Мне в охрану надо идти. В охрану. Пошел. Не разбудите, Пепси. Не в охране он. Не в охране, отлично. Да. Я в охрану иду спокойно. Главное не разбудить повара. Все, я охранную систему запустил. Смотрим, следующее мне надо теперь в столовку. О, в безопасную зону. Я в безопасную зону, в столовку. Побегаем мы сюда и ремонтируем столовую. Есть. Так, отправляем Пепси, почту. Он этот. Проснулся? Нет, он предатель, да? Пепси предатель, он спит. Он повар. Он не предатель, он повар. Сегодня у нас режим повара. Так, блин, я боюсь идти в управление. Я тоже в управление. Ну что делать? Фух. Отлично, ребятки. Я не знаю, где повар уснул, но он проспит все дела. Я не против, шеф, я был бы только счастлив. Я увидела, где он. Где? В 0-2. В кислороде? О2, да. Он в кислороде? А, значит, я иду в безопасно. Я сейчас его посмотрю. Главное, не заходите к нему, не будите повара. Ой-ой, такие собрались и такие смотрят на него. Собрание. Что за шуточки? Все, я побежал. А на самом деле повару надо было забиться в угол, чтобы его было не видно. То есть надо было, чтобы люди забежали чисто и не увидели. А так его увидели, и мы, короче, сейчас справимся. Даже не разбудив его. А у меня последнее задание. И осталось. У меня последнее, ребятки. Круто. Это мы сейчас спокойно пройдем. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Красные точки нужны. Слушайте, у кого-то, возможно, задание здесь. А, надо, знаете, пожертвовать одним. Я разбудил его! Бежим! Все, он выбежал, мы в безопасной зоне. Тихо. А, успел! Как так? Все, он тут носится. Это что, пап? У него откат, выполняйте задание, у него откат. Сейчас он кого-то грохнет, остальные смогут выполнить. Ребятки, давайте, у него откат. Повар сразу не может готовить, Выполняйте задание. А! Все, у него снова откат, 15 секунд безопасности. Ой, я же призрак, мне нельзя разговаривать. Так, он ждет. Он ждет чипсиков, ё-моё. Мне кажется, чипсики сейчас с ними что-то произойдет. Сейчас их превратят в суп.
И ушел, успели чипсики уйти. Последнее задание у кого-то. Давайте последнее задание выполняйте. Давайте. Все, кто не выполнил. Выполняйте, давайте. О, я могу админку смотреть. О, тык-тык-тык, прикольно. Вооруженный. Бэпси с чурхчу. Есть задание, да. Друзья, и у нас снова бонусный уровень. Мы сейчас снова собираемся в толпу и будем устно голосовать, кто же убийца. Давайте, собираемся в кучку вот здесь, как обычно. Место сбора. И убийца на счет 3. В кучку, не расходитесь. Гамбургер, фанта, все, входите. Убийца на счет 3 должен сделать килл. 1, 2, 3. Все, вроде он кого-то грохнул. Давайте голосовать. Поехали, Пепси, голосуй. За кого? Кто ты думаешь убийца? Дон Батон, дальше, гамбургер, кто? Дон Батон. Ладно, пицца, кто? Лучок, ага, отлично, лучок, кто? Гамбургер, отлично. Фанта, кто? О-о, три раза за Дон Батона. Чур-чх-хилла. Дон Батон, чебурек, за кого? Опа, давайте теперь проверяем. Все собираются в кучу. Дон Батон уходит к стене. Все собираются в кучу. И киллер сейчас на счет 3 кого-нибудь грохнет. 1, 2, 3. Я буду всех мочить, потому что я убийца. Ай-яй-яй-яй-яй. Только не выкидывайте меня. Не выкидывайте меня. Нет. Меня сразу, ребята, вычислили. Я так хотел быть незаметным убийцей. Интересно, почему на видео меня никогда не выбирают предателем? Я не знаю, тебе не везет. Сейчас посмотрим, может, меня еще и не выкинут. Может, никто не догадался, что Дон Батон это убийца. Это папа убийца, я знаю, я сама вижу. Это не папа, это Дон Батон. Да, это Дон Батон, это папа. Дон Смотри, Батон, уже все голосуют. Папа. Все по-любому проголосовали за пиццу. Так. Так. Дон Батон это папа, Дон Батон это папа. Что, единогласно? Нет. Нет. Да. Друзья, мы уже играли в режим, который называется домики. Мы играли теперь в режим, который называется повар. Есть еще режимы. Если вы хотите, чтобы мы поиграли, напишите в комментариях, поставьте лайк. А вы сегодня были на канале Папа и дочки Гимс. С вами сегодня были папа и я, дочка Ариша. Хорошие денечки. С каналом Папа и дочки. Всем пока.